Погостила на празднике, теперь сослужит пользу. Зеленые красавицы, выброшенные жителями города, получают вторую жизнь. Акция «Пенза. Спаси елку» стартовала еще 31 декабря, когда активисты забрали деревья, оставшиеся невостребованными на елочных базарах. Всего с улиц областного центра собрали около 1000 хвойных. В прошлом году их распределяли по фермерским хозяйствам, где ели используют в качестве подкормки для животных. В 2022 к утилизации природного материала подошли основательно. Сегодня, можно сказать, у нас акция заканчивается, потому что большая часть елок у нас здесь уже аккумулирована. Некоторое количество отвезено фермерам в их хозяйство по запросу для подкормки животным. В этом году, вот, благодаря помощи партнеров, которые помогли нам арендовать дробилку, мы, соответственно, уже делаем щепу и нашли ей применение. За полтора часа машина перерабатывает около 300 елок. Это считают организаторы акции намного лучше, чем если бы деревья просто вывезли на свалку. На свалку они будут занимать место, во-первых. Во-вторых, гнить там. Зачем это нужно? У нас, мы думаем, в Пензе можем таким образом их утилизировать. Уже к вечеру полученная в результате переработки щепа отправится к адресату. Ее будут использовать в качестве подстилки для животных в пензенском зоопарке.